Немцы на Курской дуге назначили наступление на 5 утра. Жуков узнал, и наше наступление назначил на 3. А те говорят, мы так не договаривались. Ребят, если мы наступаем, вы должны защищаться, а не на нас наступать. Когда немцы окопались в Белоруссии за болотами, они думали, наши их не достанут. Да, конечно. Как им могло прийти умным в голову, живущим по инструкциям, что вся армия на камышовых макроступах переберется через... Когда наши вынырнули из болота, те бежали от одного вида наших.